Обычному россиянину, вот как я обычный россиянин, мне не нужна Украина. Мне не нужны, вот, чтобы вас разрушать как-то. Мне это вообще не нужно было. Я не знаю, за что они вот шли все сюда. За деньги, и вот и как они хотели разрушить. Некоторые, у некоторых есть убеждение, что земли – это наши земли какие-то. Мне, допустим, своей земли хватает. У нас земли там... Да там вот Сибирь не заселена. Да. Земли хватает. Но некоторые вот так вот разговаривают, то, что нет, это вот Луганск, Донецк, это наше вот российское все. Я не знаю, я не считаю это российским. Даже вот я общаюсь с луганскими и донецкими здесь, ну, это украинские, они даже, они отличаются чем-то от нас, от русских. Если будешь обменен. А? Пойдешь еще раз воевать? Никогда в жизни. Нет, нет. Нет.